дорогу педагогу. А что у нас тут вкусненького есть? А, это же вы, мои дорогие друзья. Кстати, не пугайтесь, это я, Евген Бро. В общем, всем привет. Знаете что? Сегодня у нас будет троллинг над Ма. Я превращусь в Кисси-Мисси. И вы же все знаете, это подружка Хаги-Ваги. Короче, прямо сейчас. Короче, это секретная миссия. Вы видели, какая она розовая? Поэтому прямо сейчас ставьте лайк. Давайте прямо сейчас жмякайте свой царский мега-крутой лайкусик. Подписывайтесь на канал. И знаете что? Вопросик дня, пока Ма, короче, тут не видит. А ваша любимая игрушка? Напишите в комментариях. Вот у меня любимая игрушка. Вот. Му. Иди сюда. Ма, да. Подошел? Ма, подошел. Ты видишь эту сосиску? Ма, вижу. Почему она лежит тут 2 недели? Ты ее поставил разогреваться и оставил здесь на 2 недели. Ма, я не... Ма, это школьный эксперимент. Короче, у нас по биологии задали проверить, как разлагается сосиска. Ма, вывод. Ты проверил ванизма на всю квартиру. Ма, я так и написал в контрольной. Меня 5 поставили. Говорят, ай, молодец, короче. Ма, да. Какие ужасные учителя. Так, ладно. Ма, кстати, ма, произошло то, что очень все долго ждали. Ты наконец-то исправился и стал нормальным человеком. Ма, нет. Короче, Ма, что такое говорит? Ма, на всякий случай сейчас свертаю. Ма, внимание, да. Внимание, короче. Говорит Ма, я. Ага. Ма, говорит. Я вас слушаю, давайте. Короче, сегодня, Ма, произошло мега крутое событие. Ма, у нас да. Есть Порш. Где? Ма тут. Ма, пошли. Короче, дорогие друзья, сейчас вы просто офигеете. Погнали, погнали быстрее, Ма, быстрее. Да бегу, я бегу, подожди, у меня тапки слетают. Пара-па-пам, пара-та-та-та-там, Ма, 2 Поршика. Смотрите, друзья, 3. Насколько, да, 3 даже, насколько они вообще детализированные, стилизованные. Ма, смотри, это чисто Поршик Евгена Бро. Справа синий, слева красный. Так я выгляжу, Ма, опасный. Ма, садись. Там лого твое. Так, погоди, стой. Ма, и логотип. Ма, нельзя тебя за руль. Зацените просто красный стайл, синий, белый. Ма, погнали. Тихо. Куда разогнался ты там? Ма, дрифтим. Ой, смотрите, там сзади баллончики с азотом. Просто азотные, да, баллоны. Ма, дрифтим. Что, фу, меня сейчас укачает. Боже мой, попроще немножко катайся. Фу, вышли. Ма, ну... Вау, друзья, напишите дымом. В комментариях. Да, смотрите, какой дым просто азотный. Напишите, ну как вам Порш Евгена Бро? Ма, мне кажется, это вообще топовая машина. Ну что, зацените оранжевые колеса. Мой любимый цвет. Смотрите, здесь присутствуют все цвета, которые я вот как бы люблю. Красный, потому что наушник красный. Другой синий, потому что наушник синий. Оранжевый, это мой любимый цвет. Ма. И желтый, ты говорил, что он желтый, как солнышко и как лимон. Ма, да, короче. Ма... Надо теперь чисто сделать Порш в виде фиолетовый, там типа кофта Ма. Чисто кафтан Ма будет. О, в натуре все. Ма? Надо будет так. Ой, да, сделай, короче, цветочки вот на этой штуке. Ма, давай, садись, короче, это вообще будет, ну. Все, давай. Ребят, таких Поршей нету. Так, а... Все, заезжай. Какие кнопочки? Ма, кнопочки, главное... Ма, не нажимай! Ой, стой, я что сделала? Ма, ты турборежим активировал, теперь едем только вперед. Ой, как выглядит? Блин, тут их много. Я нажал, по-моему, на эту. Ой, Ма! Что делать? Ма, это поворот! Это поворот! Да жму, подожди, стоп, сейчас я исправлю. Ма! Ма, это называется кнопка понты. Теперь мы едем на дороге и понтуемся. Ё-моё, как же, зачем здесь эта кнопка вообще? Ма, это понты, Людочка! Ой, вообще, Людка, спаси меня. Ма? Ты что творит этот таком? Я ничего не нажимала. Ма, шина, короче, пробилась. Смотри, тут пробитие шины. Где? Вот. Ух ты! Ребят, у нас шина просто слетела, один диск остался. Вообще, чисто один диск. Блин, напишите в комментах, как вам такое? Мам, мне кажется мега круто.
Ну, прикольная тачка, буду ждать свою версию. Мо, смотри, даже миниатюрно так написано. Ма, дверь мини хлопай, дверь сломаешь. Ма, вообще круто. Ма, как ты считаешь, мега круто? Подписчики оценят, ма? Я считаю, что оценят. Ну, ребят, ну вы же по-любому оцените. Вы смотрите, просто. Чудо. Ма, сейчас я, подожди, ма, вот это чудо, ты чудо, ма, тут постой пока, сейчас я приду, так, чудо в перья, так, включаю микрофон, друзья, я думаю, настало время для троллинга, давайте сейчас, знаете, ты чё за мной подслушиваешь, не подслушивай, а то ма спалит, так, все, друзья, превращаюсь сейчас в дорогу, питагугу, так, все, превращаемся. Так, мне кажется, превратились. Так, повторяем за мной. Дорогу, педагогу. Так, все, идем, короче. Слушай, Жень, а вот эта тачка, она отличается. У нее бампер черный, а у этой красный. И у нее... Привет. Дорогу, педагогу. Что у нас тут вкусно? Педагоги. Что? Ты что, пошла сюда? Нет, ничего. Что у нас тут есть вкусненько? Так, зайка, котик, ки-ки-ки-ки-ки-ки. Знаешь, что я тебе сейчас... Подожди, стоп, хаги-ваги, стая жена. А, где твой муж? Где твои дети? Ты что, дома оставила хозяйство? Ну-ка, иди отсюда, кыш-кыш. Так, сейчас мы с тобой будем играть. Повторяй за мной. Дорогу, педагогу. Я сейчас так повторю, что будет не педагог, а кое-кто другой. Ходивая подружка. Иди давай отсюда. Так, ну... Ага, так. Я тебя услышал. Так, сейчас мы с тобой кое-что сделаем, короче. Так. Знаешь... Что ты со мной делаешь? Не надо ничего со мной делать. Я занята. Видишь, тачка новая. Я пробую. Ой. Мы тебе съедим дорогу, педагогу. Подожди, ты что, такая же кровожадная, как и твой мужчина? Так, иди сюда. Куда? Надо скушать. Так, идем. Фи-фа-фо-фей. Надо масса жрать быстрее. Главное, чтобы Женя не заметил, что я на его тачке гоняю. Я ж тут ее расколбашу всю. Иди сюда. Так, Хаги... Хаги-маги хочет покушать. О, что это у нас такое? Выходим, выходим. Что это такое? Жень, а что это такое? Ой, блин, в двери застряла. Ой, вышла. Ой, захожу обратно. Спряталась между двумя. Так, где оно? А где оно спряталось? Дорогу. Педагога. Не видит. Ушачья какая-то. Что за дорогу педагогу вообще? Что там? Ходим чуть-чуть, высовываемся. Так, посмотрим бок, посмотрим туда. Дорога! Педагога! Мать, что у нас тут есть вкусненького? Выходим, выезжаем. Так, все, дрифтуем. Так, куда ты тут погнала? Так, надо ее, короче, поймать. Через забор просто виляем, ребят, вообще. Да. В голову Евгена въехать. Блин, нет, это была плохая идея, я пролетела сквозь нее. Привет! Фу, мамочка. Господи, ты как скример посреди дороги в ночном Мавит! Ой, простите, простите, нет, это не моя машина, я вам ее не дам. Все, уезжаем. Так, оп-оп. Оп, прибыль. Так, вроде отстает. Где она там? Не вижу ее. Блин, сейчас в кусты заеду. Ма! 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 Ма, ты где? Ма? Ма, где моя машина? Ну, тут как бы произошел небольшой косячок. Ма, что здесь? Ма! Ну, я... Ну, как-то так. Ма, ты офигела, что ли? Моя машина! Ну, я... Нет, я просто хотела покататься, а тут, знаешь, подружка Хаги-Ваги выжила, ну чего меня пугать? Кто? Кого? Какая? Я газанула, оказывается, на всех газах, понимаешь? Мага, фест, ты газанула, что с моей машиной? Житель! Вызывайте ДТП, меня машина сбила. Ма, ты его машина сбила! Там ты ДТП, ты хоть знаешь, как это разжепровывается. О, посмотрите, это какой азот красивый. Ма, ну-ка, ма, вообще-то засоряем, короче, этот, природу. Так, вытаскивай, чё? Ма, чё я, так, сейчас мы разберемся. Так. Куда пожу? Дорогу, педагог. Стой, 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 куда ты пошёл? Здрасте, произошёл. Ты же мать родную сдашь, ты чё?
произошел переворот. Тут, короче, ма в деревне поет. И взяла мой Порш и погнала к чертям. И разнесла все нафиг. Да, так, да, так и запишем. Хорошо. Так. Гражданочка. Вы приговариваетесь к 5 летам, летом. 5 летам? Мак, 5 летам. Да, я согласна, я и так работаю. Мааа, да ладно, я пошутил, короче. Ма, ну блин, что делать, она терчится наверху, застряла, я не знаю. Ма! Ну, давай я попробую туда втиснуться, погоди, сейчас, погодь. Дверь попробую открыть. Ма, вообще не... Стрела в капле. Ма, ладно, пошли мы за новым тачкой. Ма, капец, конечно, вообще, вот прикиньте, да, друзья, стоило мне просто отойти, ма уже придумывает каких-то... Хаги, Ваги, подружек, потом... Ма, как ее хоть звали-то? В смысле придумываю? Это розовая Киси-Миси или Кити-Мити, я не Ма, помню. Киси-Миси? Ма, ну понятно все с тобой, понятно. Ма, о. Блин, а вот чернушная мне нравилась машинка. Ма, о, смотри, у нас, смотрите, друзья, еще есть кабриолет, короче. О, ну слушай, это тоже... И сяду я в кабриолет и поеду. Здесь не открывает дверь. Кто это придумал? Маостр. Так, 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 тихо. О, ведь это кайфы. Кайфы. Дуа, мои три волосины. Ма. Ма, вообще отлично. О, смотри. Ун. Сейчас венок слетит. Ма, второй сейчас реально слетит. Так, все, встаем. Вышли. Ма, отлично. Ма, сейчас. Ой, ма. Ма, сейчас приду. Ты прихватила, накатался, да, укачала? Ма, да, сейчас. Так, друзья, выключаем микрофон. Теперь, короче, мы сейчас превратимся снова в Киси-Миси и будем чисто ма гонять по всему городу. Это вообще прикол. Так, дорогу, педагогу. Что у нас тут? Чё это? Это опять верещит. Ой, ё-моё. Дорогу, педагогу. А что у нас тут вкусненького есть? Да ничего, что ты сюда приперлась? Я из-за тебя уже одну тачку сломала. Отлично. Тогда нет. Я тебя съем. Милый Маня, скучай. Так, ладно, пошли, я сожру тебя, как чай. Быстро выпью и прикушу. Ма, иди сюда сейчас. Загашу. Ма, будешь? Ладно, горю, ребят. Полыхаю огнищем просто. Тихо, разруливай между деревьев финтует. Нифига это финтует, мам, где так научилась дрифту? Нет, стоп, где машина? Стой, подожди, Хаки-Ваги, стой, жена, где машина? И машинки больше нет. И тебе... О, нет. Да, так, ну-ка. Она в дереве застряла, вы что, гоните, что ли? Ну, ты водила, мам, какая-то водила вообще. Капец, ребят, вы гляньте, как она смогла так просто... Я вылетела через переднее стекло. Просто, короче, вы... Куда? О, погнали, ребят, работает тачка! Куда? А ну-ка, стоямба, так, догонямба! Да! Жесть, винтуем, ребят, страшно, не могу! Блин, ма! А, чё? Ма, ты чего мы опять тачку взяла? А, где машина? Только что тут была? Где машина? Только что тут была? Где машина? Ма, где моя машина? Ну, как бы... Ма! Ну, я не хотела ее туда затаскивать, я не специально, она сама. Ма, капец! Просто стоило мне отойти, пипи, ты просто мою всю машину разнесла. Ма, ты чё, офигел? Ты хоть бы знал, что я делала? Я убегала, я спасала свои портянки, понимаешь? Это от кого? Ма, тут нет никого. Нет. Киси-Миси. Ма, где? Кто? Короче, понял. Понимаю. Так, Людочка. Стоп, подожди, нет, не надо. Давай договоримся, я тебе конфет отсыплю. Хочешь? Ма, надо. Ну вот, все, значит, Людочке не подходим. Ну, какие-то конфеты вкусные, две пачки. О, ма, согласен.
Ну все, ладно, договорились. Завтра, послезавтра, когда-нибудь. Мак, ты у меня паршики возместит? У меня один остался, последний. Ма, просто три парше и все расфигачили. Ну этот же нормально живой пока что. Тебе что, дороже парше или мать моя? Ма, конечно же парше. Нас бурятка бронила где-то там. Капец. Вот, видишь, обронила, блядь, я никогда его не роняю. Значит, ситуация чрезвычайная. Ма, ситуация не чрезвычайная. Так, ладно, сейчас я, короче... Подожди, стой, дай ключики, пожалуйста. Ма, нет. Ну дай, надо. Ладно, ма, сейчас. Манна! О, смотрите, реально ключи. Ма. Автомобильные ключи. Ну да, красный. Ма, ты думал, эти чё, блин... Фигнюшку, какой-то что ли? Пакетик непонятный на них, это что? Ма, это брелок. Ма, это брелок. Все, пакетик. Хорошо. Ма, сама ты пакетик, короче. Замечать, ты да уже куда шел. Все, и не тревожь меня. И посмотри, что там хаги-ваги за своей. Ма, да ты Ма, придумала, никаких хаги-вагисов не существует, ма, понимаешь? Тут же колесо одно сломано. Ёлки-палки, как же дрифтовать-то? Дорогу! Педагогу! Слушай, давай с тобой договоримся. Понимаешь, тут одного колеса, ну, в смысле, тут шина пропала. Видишь, всего лишь эти штуки. Вот эти остались. Видишь? Вижу, вижу. Сейчас мы поиграем с тобой игру. Раздави! Ладно, или убеги! Так, так, гоним, гоним! Ой, блин, ребят, ой-ой-ой, что-то сложно управляется! Так, тихо, тихо. Так, дорогу! Педагогу! Да, ребят, сложно ускориться, она, короче, тормозит своими дисками о пол. Так, чё вообще, мне неудачная точка попалась? А-а-а, смотрите, просто... Ого, разогналась, что ли? Куда? Да, отлично. А ну-ка, стоямба, стоям. Так, внимание, внимание! Надо, короче... Так. Куда? Нифига быстро такая. Так, а где я? Ребята, где я? Я заблудилась, господи. Блин, а я иду за тобой. Так, через забор врываемся. Тебе так сейчас просто не убежать. А, так, вроде бы район знакомый. А, сердечко, все. Так, это же мой дом, который я взрываю, магазин. Так, заходим туда, прячемся, ныкаемся. Здравствуйте, Коди-пастух. Тут проблема, короче, в виде розовой. Ой. Привет. Знаешь, что? Где оно? Где оно? Где оно? А где оно? А? Не видно. А где оно? Да Гиваги, у тебя голос поменялся на какой-то мужской. Ну, а где оно? Ма! Выходим, ладно. Пойдем в деревню. Просто колбасимся здесь немножко. Я думаю, меня пустят. Здрасте, Альтаи. Блин, я хотел тебя залить лавой, но мне не получилось. Ты что, с ума сошла, что ли? Ты же наша соседка, как тебе в глаза буду смотреть потом? Сосед... Куда? Блин, не работает! А бензина-то нету. О, смотри, смотри, Ма, тут, короче, кое-что есть. Мы пришли на нужное место. Так. Не-не-не-не. Раз. Что делаешь? Раз, раз. Уходим, уходим. Ма, куда? Так, ну-ка, ма. Она стояла. Бежим просто, несемся. Где тачка? А тачки-то нету. Ма, круто, да? Я опять расколб... Ну-ка, еще раз скажи. Ма, круто, да? Так, ну-ка, ясно все. Ты что, офигел, что ли? Ты что, офигел? В колено тебе сейчас просто ключом. Ма, угар, да? Нет, подожди, в смысле угар, я же это... Как? Зачем? Почему? Я же... Ма, короче, машину уничтожила. Ма, костюм раздобыл, я решил, короче, мать, тебя затроллить. Вот. А тачки мы застрахованы были, правда, на тебя. Ну, в общем, ма, ты сама себе выплатишь. Ну, страховка покроет, я надеюсь. Моя страховка покроет, я надеюсь. Ма, надеюсь. Ма, это был троллик, я кричали, давал костюмы для розыгрыша. Мисси Китти, Китти Мисси, ма, круто, да? Нет, не круто, я вылетела через переднее стекло. Ма, ну это было, ма, это было бомбезно. Ма, это было стекло круто. Это было стекло пробиваемо просто. Ма, это было, да, стекло пробиваемо, окна пробиваемо, так, б!
бам, башку ему. Вот, дорогие друзья, за то, что вот такой троллинг, короче, произошел. Ставьте прям сейчас лайк, пока мама меня тут не расколбасила. Нормально все. Я твои тачки расколбасила. Я уже морально удовлетворена. Короче, дорогие друзья, да, ставьте лайк на канал, а я сейчас пойду в мастерскую. Короче, Валера, давай новые Порше делаю, короче. Подписывайтесь вы на канал, пишите про Поршек и всем пока. О, у него подбородок отклеился, или он такой был? Слушай, походу он злится, он выдвинул переднюю часть. Валера, давай. Настало твое время. Валера, настало мое время. Ну, гордо. Все, отлично.